Ух, не пойми. Очень быстро, Владимир Алексеевич. Прошу прощения. Друзья, продолжаем послематчевую пресс-конференцию. Вадим Евсеев, главный тренер Ивановского текстильщика. Вадим Валентинович, пожалуйста, подведите итог сегодняшнего матча, впечатление по этой игре. Итог. Сегодня была моя последняя игра. Как главный тренер, поэтому сегодня, с завтрашнего дня я уже не главный тренер текстильщика. Иду на повышение в РФПЛ. Спасибо. Друзья, на этом нашу пресс-конференцию можно считать завершенным. Вадим Валентинович получил приглашение в команду «Амкар Пермь», где уже работал ранее, и продолжил свою карьеру, тренерскую карьеру в этом клубе. Давайте заочно поблагодарим его за работу в нашем клубе. Желаем ему удачи на новом месте. Спасибо.